Установлена личность скончавшегося человека, который был обнаружен накануне близ завода имени Пархоменко. Оказалось, что это 26-летний военный, который числился без вести пропавшим с августа этого года. На протяжении 3 месяцев с августа по октябрь велись поисковые работы. Его сотовый телефон был недоступен. Было лишь известно, что сотрудник Октябрьского районного военкомата примерно в 23 часа вышел с работы в направлении дома и пропал. Мужчина был в служебной форме, рассказали в прокуратуре. В настоящий момент тело направлено на экспертизу для установления причины смерти, после чего будет вынесено процессуальное решение. Либо о возбуждении уголовного дела при наличии признаков насильственной смерти, либо об отказе в возбуждении уголовного дела по причине смерти, не связанной с насилием, пояснили в прокуратуре.